После того, как дракон-нежить был повержен, а чертоги Ирдората зачищены, это место стало привлекать своей таинственностью. Тысячи людей и зевак со всего мира стянутся сюда с одной целью – посмотреть бои без правил, что устраивают на том самом угнанном паладинском корабле. Друзья, я запускаю второй канал, который будет интересен для геймеров и станет развлекательно-познавательным. Давайте наберем на нем первую 1000 подписчиков, и я выложу интересный ролик в новом формате. Ссылка на канал в описании, и заранее спасибо. Всем привет, с вами Безымянный Оратор, это Gothic Battle, пошумим во имя магии. Сегодня в выпуске сойдутся паладин Лотар против Диего, а также лорд Андре против Вульфгара. Победители перейдут выше по турнирной сетке, ну а главному достанется особый приз – возможность сразиться с победителем прошлого выпуска, с генералом Ли. Ставьте свой лайк, устраивайтесь поудобнее, а батл начинается. Участник справа, представься. Тебе жить надоело? Скажи мне, когда будешь готов. Участник слева, представься. Ты даже не гражданин! Участникам приготовиться. Диего, Лотар. Первый раунд начался. Шансы были почти равные, но увы, Диего проиграл первый раунд, и поэтому мы начинаем второй. Участники собрались, приготовились, и сейчас будет мясо. Мы посмотрим, кто все-таки выиграет во втором раунде. Неужели? Какой удар? И Диего выводит счет на 1-1. И теперь последний раунд. И все-таки Диего проиграл, а Лотар победил. Ну а перед нами новая двойка бойцов на арене. Участник справа, представься. Я еще сделаю из тебя отличного воина. Участник слева, представься. Ты тот новичок, что баламутит город. Ты был недостаточно осторожен. Участники, приготовьтесь к бою. Тут у Вульфгара без шансов. Первый раунд проигран в сухую. Ну а мы переходим ко второму раунду. Сможет ли Вульфгар все-таки дать отпор лорду Андре? Участники, приготовьтесь к бою. Я все-таки достал тебя. Неужели? Тут вообще без шансов абсолютная победа лорда Андре. Давайте пересмотрим еще раз этот последний удар.
Да, к сожалению, все так и есть. Лорд Андре – абсолютный победитель в этом парном поединке. Ну а теперь настал самый опасный и долгожданный момент, когда Лорд Андре встретится с Лотаром. Попрошу занять свои места и делайте ваши ставки. Как вы думаете, кто победит? Напишите в комментариях, Лорд Андре или Паладин Короля Лотар. Кто победит? И бой! Удар за ударом пропускает Лорд Андре и... Вы видели все своими глазами. Лотар победил в первом раунде. И остался последний решающий раунд. Или может не последний. Посмотрим и узнаем. Солдаты, это ваш последний бой. Последний шанс проявить себя на великой арене. Да начнется последний бой. Андре снова пропускает удар за ударом, и... Победа однозначно осталась за паладином короля Лотаром. Больше других вариантов нет. Ну а теперь, как мы обещали, настало время для того, чтобы проверить, кто же сильнее. Победитель прошлого выпуска, генерал Ли, один из величайших наемников, или паладин Лотар, который явно примет Ли за негражданина. Буквально через несколько секунд в бою сразятся генерал Ли, предводитель наемников, и паладин короля Лотар. И пусть бой начнется! Опасный удар пропустил генерал Ли, а ведь всего одна атака отделяла его от победы, а теперь она ему не светит. Данный раунд единственный. Переигрыша не будет. Реванша не будет. Ли проиграл Лотару. Если, конечно, вы хотите все-таки реванш, то вы можете написать об этом в комментариях. Но на данный момент Ли проиграл, а Лотар победитель. Ну а на этом, друзья, заканчивается Gothic Battle, точнее его вторая часть. Впереди еще много частей, но я бы хотел услышать ваше мнение. Обязательно пишите в комментариях, понравилось вам или не понравилось. Если понравилось, то что? Если не понравилось, то что? Что нужно улучшить? Мой голос, естественно, придет в лучшую форму, и я буду лучше все озвучивать, не буду хрипеть, но все в свое время. Ну а пока мне хотелось бы узнать, все-таки, кого вы хотите увидеть еще на арене, и стоит ли делать реванш для Ли в случае с Лотаром, и в случае с Сильвио, потому что, ну, тут, конечно, реванш нужен Сильвио, и многие говорили, что, мол, если я добавлю Сильвио, который является охотником на драконов, то, конечно же, он справится с Ли. Так что пишите свои мысли на этот счет, ставьте свои царские королевские лайки. Спасибо вам огромное, большое за просмотр, и оставайтесь с нами, а с вами был Лор и рубрика Gothic Battle.